chanter, on a dansé, et l'on a même pas pensé à s'embrasser. На два часа внутренний дворик Башкирского государственного педагогического университета превратился в летнюю концертную площадку. Общественная организация «Альянс Францез Уфа» организовала для поклонников французского языка праздник музыки. Его начали отмечать именно 21 июня, в день летнего равноденствия в прошлом веке во Франции. Сегодня музыкальный праздник собирает зрителей в сотни стран мира. В Уфе он проводился впервые. Эта традиция относительно недавняя. Она берет свое начало в 1982 году, когда во Франции решили в самый длинный день лета проводить праздник музыки. В этот день во Франции традиционно во всех, везде, в барах, в ресторанах, в гостиницах, даже в больницах, на всех уличных площадках звучит музыка, звучат песни. Постепенно эта традиция перешагнула границы Франции. Сейчас она празднуется уже в очень многих странах мира, в том числе и вот у нас в России, и в сети «Альянс Францез» по всему миру. Поэтому мы, наш «Альянс Францез», тоже решил в этом году присоединиться к этому прекрасному мероприятию и в первый раз провести всемирный праздник музыки у нас на площадке нашего альянса. Мы пригласили всех желающих, всех тех, кто любит французский язык, французскую культуру, но не только, потому что песни могут звучать на любых языках. Настоящим гвоздем музыкального праздника стал рэп-баттл «Сенегал-Марокко». Франкоязычные студенты уфимских вузов показали свое мастерство импровизации. Кроме современных молодежных музыкальных направлений, прозвучали и классические произведения. Участникам праздника не помешал даже дождь. Впрочем, он был непродолжительным. Погода благоволила музыкантам. Собравшиеся вынесли единодушный вердикт событию. Праздник музыки должен стать в Уфе традиционным. В Уфе прошел всероссийский слет юных экологов. В детском оздоровительном лагере «Черемушки» собралось более 100 победителей региональных слетов из 20 регионов России. Калининградская область. Республика Калмыкия. Калужская область. В течение 4 дней участники слета участвовали в интерактивных экологических играх, занимались в мастер-классах, проявляли свои таланты на творческих вечерах, выходили на орнитологические маршруты, ну и, конечно же, принимали участие в конкурсной программе. По ее итогам победители слета поедут на международный слет юных экологов в Белоруссию. География участников была очень широкой, от Восточной Сибири до крайней западной границы нашей страны. И чтобы попасть в Уфу, ребятам пришлось потрудиться. Пришлось пройти экологический слет, который ежегодно проходит в Калининградской области на Куршской косе. Это масштабное мероприятие, на которое съезжаются люди со всей области. И нужно было сначала теоретический тур, потом практический тур. Там была жесткая конкуренция, которую мы все прошли и стоически выдержали. И теперь мы здесь. Башкирии понравилось первые часы, проведенные здесь? Как? Честно, я не слишком многое видела, но когда мы летели, я видела, насколько это зеленая область. Очень много полей, очень много березняков, и это выглядит впечатляюще. А по пути я видела несколько редких видов птиц, и это немножко поразило меня. Одним из организаторов слета в Уфе стало региональное отделение Русского географического общества в Республике Башкортостан. Экологическое воспитание подрастающего поколения – главное направление в работе этой всероссийской общественной организации.